Ниндзя! Друзья, да, совершенно неожиданно, и я надеюсь, это приятный сюрприз. С вами Спейсмон и точка Чарли. Ничего себе. Так, к сожалению, сложилось, что в последнее время я ни во что мультиплеерное активно не играю. Да, почему активно? И неактивно тоже не играю ни во что мультиплеерное. И руки до точки Чарли не доходили. Но сейчас такое время, я объясню, почему сделал этот выпуск. Что нужно что-то записать. И давайте обратимся к моему архивчику. Найдем какой-нибудь старый видос классный, поставим его на задний план, обсудим актуальную повесточку дня. 1898 года видос подойдет. Чтоб зря кота за яйца не тянуть, к тому же коту эти яйца понадобятся, скорее всего. Хотя многие хозяева считают, что нет, но в принципе я как никто вот не знаю, вмешиваться в ваши дела не буду. Так вот, чтобы животное не мучить, я сразу скажу, почему я сделал этот ролик. Вот я нахожусь уже какую-то вторую или третью, я уже забыл. Для меня тоже объясню, почему это все не важно абсолютно. Короче, самоизоляция. И, казалось бы, самое время всем замечательным блогерам, каналам на Ютубе и прочим клевым чувакам взяться и начать клепать ролики клевые. Но по факту ситуация совершенно противоположная, потому что никто у меня в ленте смотреть нечего. Я подписан на достаточно большое количество интересных людей. Никто не упускает ни черта. Ну, там были какие-то запасы, у кого-то что-то кто-то выпустил из старого. Записали по ролику о том, что ну, все плохо, что теперь делать, и все, молчок. Чем они там занимаются на своей самоизоляции, совершенно непонятно. И неважно, какие именно это блогеры. Какие-то, понятно, с машинами там, да, вот у них, ну, в принципе, сейчас не очень реально куда-то выехать, чужую машину взять, поснимать. Даже если это какие-то свои проекты, ты там что-то кочевряжешь из какого-то ведра, тоже, как бы, люди, которые тебе эту машину делали, они, скорее всего, сейчас сидят на самоизоляции. Окей. Но если у тебя контент с этим никак не связан, какого хрена ты ничего не упускаешь? Так вот, я решил не уподобляться всем остальным блогерам, которые ничего не делают, и сделать точку Чарли для моих любимых подписчиков, которые сидят, возможно, как я, скучают на этой самоизоляции, им нечего абсолютно смотреть, а тут раз, фигакс, точка Чарли. Кстати, вот по просмотрам посмотрим, насколько моя мысль была удачной. Но я реально как бы в панду превратился, я не понимаю, что происходит, почему нет контента, почему в ленте просто ты жмешь F5 и нет ни хрена, никто ничего не делает. А в то же время мой канал Павахи, вы знаете, это мой основной канал, если не знаете, то теперь узнали, выпускает, считай, по ролику в день. Только вот в среду ни черта не бывает, кроме стрима, потому что в среду стрим. Стрим на 4-5 часов с подписчиками, разглагольствования. Вот каждую среду бывает. И получается, каждый день у нас ролик. Хотя это на премиум канале, на общем канале по воскресеньям, например, у нас пропуски бывают. Но как бы пока вот так вот, что поделать. При том, что, в принципе, режим самоизоляции для нашего канала тоже, как бы, большая палка в колесо, потому что Warhammer, настольный Warhammer подразумевает то, что вы приезжаете куда-то с людьми и играете. Это не какое-то дрочилово в одиночку и даже не секс с резиновой женщиной. Это хобби про социализацию. И, как вы понимаете, социализация в условиях карантина, но чё-то не очень работает. Тем не менее, мы контент продолжаем выпускать. И я посмотрел другие каналы по Вархаммеру, тоже, в принципе, у них проблем нет. Чё с другими блогерами происходит, мать твою? Хотя, возможно, вы смотрите другие игровые каналы, на которых люди что-то тоже об играх снимают. Здесь вопрос, в принципе, не может быть. Но я такие каналы не смотрю. Ну, там я на Stop Game подписан в надежде когда-нибудь увидеть какой-нибудь клевый ролик, разборку там какой-то моей любимой игры, как они любят там на несколько часов вот это вот все. И они продолжают клепать ролики, но у них работа такая. Вы скажете, Space, права, у тебя тоже работа, что ты выпендриваешься?
У тебя тоже коллектив креативных людей, которые клепают ролики, куда ты денешься. Я бы много куда хотел деться, на самом деле об этом чуть тоже попозже вам расскажу. Но камон, в сухом остатке конкретному спейсу на карантине смотреть по вечерам нечего. Хотя, конечно, я тут немножко кривлю душой, потому что для меня, по сути, ничего не поменялось. Я также работаю из дома, как и работал, сижу в своей студии, клепаю ролики каждый день. У меня абсолютно та же ситуация, как и до этого. Я встаю, завтракаю и иду в студию снимать ролики. Ничего не поменялось. Вовне какой-то апокалипсис, а специфика моего дела такова, что, ну да, затрагивает, но не сильно. В принципе, запас роликов даже с партиями у нас еще хотя бы на месяц точно есть. И в случае, если даже после этого мы не сможем играть какое-то время, все равно всяких задач, всяких идей, которые мы хотели реализовать, но из-за того, что куча там роликов других делали, их полно, этих идей, и сейчас, возможно, время наступило ими заняться. Для меня поменялось только то, что с утра дома есть жена и дочь, и жена готовит завтрак, а не сам я себе там что-то наворачиваю, сосиски эти, видеть уже их не мог, теперь даже скучаю немножко по ним. Обедаю опять же с женой и дочерью, что приятно, я люблю, когда жена дома. Пока, если честно, не готов разменять это на ее зарплату, денежки, которые она приносит домой, это хорошее подспорье в домашнем бюджете, я все-таки не оставляю надежды, что мои усилия когда-нибудь все-таки приведут к тому, что я буду зарабатывать достаточно для того, чтобы моя любимая женщина оставалась дома, занималась домашними делами, ребенком, а там как бы школа приближается, а сейчас мне все время про школу рассказывают, что в школе ни хрена ничему не учат, только задают на дом, и типа родители сами своих детей обучайте. Ну, естественно, я не хочу, чтобы она была какой-то домохозяйкой, я хочу, чтобы у нее было какое-то дело. Но дело, которое ей нравится, которым бы ей нравилось заниматься, а не просто ездить по 3 часа в день в офис и там просиживать штаны. Но я надеюсь, это наше светлое будущее, то, над чем мы сейчас работаем, посмотрим, как получится. Буду держать вас в курсе. А пока есть более актуальная повестка дня, связанная с коронавирусом. И у меня несколько мыслей по этому поводу. Например, я периодически думаю о том, что вот коронавирус за историю человечества – это, наверное, первая действительно глобальная проблема, которая захватывает весь земной шар. И если бы мы были бы героями какого-то голливудского фильма, то в них обычно человечество объединяется против главного врага, и это как бы действительно хороший повод, чтобы забыть о том, что мы все такие разные, и наконец-то признаться себе, что на самом деле, ну, мы ходим по одной планете. И все наши различия, границы, они у нас только в головах. И коронавирус для врага просто идеальный вариант. Это что-то неодушевленное, это не какой-то человек, у которого есть какие-то свои мысли по поводу того, что он там должен уничтожить весь мир или что-нибудь еще. Нет, это просто бездушный вирус, который убивает людей. Идеальный враг. Но пока что мы видим? Государство закрывает границы, люди сидят в своих квартирах. Получается, как всегда в жизни. Вроде враг подходящий, объединяющий человечество, но в то же время он объединяет человечество, разделяя его. Вдумайтесь, насколько это иронично. Нашего врага можно победить только если всем вместе разделиться. Но это на самом деле все-таки грустно. Хотелось бы, чтобы такие глобальные проблемы все-таки сильнее объединяли людей, чтобы заставляли забыть все разногласия. Потому что, на мой взгляд, все вот эти разграничивания, все споры о том, чье это, они всегда приводят только к бедам. Если бы на нашей планете не существовало постоянной вот этой вот раздражающей повестки дня, где кто-то что-то делит, что-то пытается себе урвать, кого-то обмануть и так далее, и так далее. Мы могли бы наконец-то отвлечься от этих надуманных проблем и заняться действительно важными и интересными делами. Чё там с климатом, который постоянно что-то меняется? Чё там с болезнями, которые до сих пор неизвестно, как лечить? Что с человеческим телом, его геномом, как его развивать и стоит ли это делать? Что нахрен с космосом? Куда нам податься, когда наше солнце наконец-то загнется?
Сможем ли мы защититься от случайно прилетевшего к нам метеорита, который может взорвать нахрен всю Землю? Успеем ли мы долететь до какой-нибудь ближайшей галактики, потому что все время все галактики разлетаются друг от друга? Ну, кроме той, которая к нам приближается и в которую Млечный Путь в свое время врежется. И что с этим еще делать? И квантовая физика все еще, как я понимаю, статистическая наука. Она не может описать процесс с точностью. И это я еще не говорю про всякие мелкие проблемы, типа там прыщей, преждевременные экуляции и ТикТока. Так что я все-таки надеюсь, несмотря на крайне парадоксальную ситуацию, что вот эта вся движуха с коронавирусом так или иначе выведет отношения на земном шаре на несколько иной уровень. Опять же, уже сейчас понятно, что коронавирус, как такой сильный удар для общества, для экономик мира, будет очень хорошим пинком для многих позитивных изменений. Сейчас очень сильно в стрессовом состоянии развивается онлайн. В столице заказать продукты на дом практически невозможно. Заказ в среднем ставится на 10 дней вперед. И то, когда дата наступит, вот как у меня случилось, его просто не привезут. И в техподдержку вы ни на телефон не дозвонитесь, ни письменно, ничего, никакой реакции не будет. Просто все сейчас перегружено. Они нанимают новых работников, пытаются все это как-то разрулить. Но пока спрос слишком велик. То же самое с удаленной работой. К этому давно уже все шло. Технически, мне кажется, очень во многих областях человеку незачем ехать в офис. Он все задачи может спокойно решить у себя из дома, соединяясь с своими коллегами через кучу программ, которые существуют на данный момент. А в ближайшее время, когда появится уже полноценное виртуальное присутствие, это еще больше расширит область тех работ, которые можно спокойно выполнять из дома. И сейчас, когда все вынуждены так работать, многие почувствуют вкус этой работы. Да, не у всех такая ситуация. У кого-то там дома на голове сидит один или более детей. Но, например, карантин закончится, дети пойдут в детский сад, а то, что не нужно ехать на трех транспортах, толкаясь с людьми, как сельди в бочке, тратя на дорогу часа полтора-два, это вряд ли забудется. Так что мое предположение, после карантина далеко не все вернутся из дома в офисы. Будет расти спрос на удаленную работу, а значит, будет расти и предложение. К тому же, многим отделам эникейщиков сейчас пришлось как-то поднимать эту удаленку. А значит, технические решения у них уже существуют. И сейчас они их должны отшлифовать. И это я только размышляю над тем, что я, в принципе, сам вижу. А еще же куча всяких подводных и лично мне неочевидных вещей, которые происходят просто в каких-то соседних сферах. В любом случае, история человечества будет как бы до коронавируса и после коронавируса. Ну и напоследок хочу рассказать вам о том, о чем я немножко скучаю сейчас. У меня была запланирована поездка на самый конец мая, начало июня в Сербию. Уже понятно, что ничего из этого не получится. И это, наверное, сейчас для меня единственная такая психологическая проблема, потому что я действительно хотел там провести 2 недели в таком полуотпуске, полуработе. Я, к сожалению, не знаю, дорогой зритель, в курсе ты ли этой движухи, но в прошлом году я ездил на ИТЦ в Сербию, и это был, типа, классный вариант, потому что ИТЦ проводилось как раз в Сербии, и ИТЦ — это турнир по вахе. И это очень недорогая страна, в которую можно было поехать без визы. Это был хороший вариант именно съездить на ИТЦ, посмотреть, как это все происходит, и поснимать видео о выступлении на ИТЦ нашей команды. И мне действительно страна понравилась. Здоровая пища, мягкий климат. Я просто предложил жене, давай за недорого съездим, потусим там пару недель, поедим хорошего свежего мяса, классных овощей. Причем даже готовить ничего не надо, потому что сербы готовят только по выходным. Сейчас, правда, я не знаю, как у них, скорее всего, им приходится каждый день готовить. И у них там все, буквально все, в каких-то едальнях. Даже в спальных районах ты спускаешься из квартиры, вышел из подъезда, и хоп, какая-нибудь чевапчичная напротив тебя, где за крайне недорого, очень вкусно можно поесть.
И вот сейчас я хожу несколько опечаленный сим фактом. И, конечно же, такие чувства особенно поднимаются тогда, когда это тебе, ну, напрямую запрещено. Одно дело бы, если бы у меня была возможность, но я там, типа, денег нет и что-то еще сам себя отговаривал. А сейчас я именно что не могу, в принципе, поехать туда. И от этого вдвойне грустней. Очень надеюсь, что вся эта движуха с коронавирусом быстренько закончится, все оправятся от этого дела. И хотя бы в этом году, например, в конце августа, я все-таки смогу полететь. Если же все отложится на год, как ЕТЦ, я, конечно, переживу. В конце концов, я куда-то из страны выезжал первый раз года 3 назад всего. И как-то жил до этого. Но от этого чувства уже никуда не денешься, когда тебе понравилась страна, понравились люди, понравилась кухня. И ты уже себе представлял, как у тебя может пройти вот эти 2 недели в таком чилищем стиле. Поздно встал, пошел позавтракал, там кофейка выпил, прогулялся где-нибудь. Всю жару пересидел дома, что-нибудь монтируя, или там с ноутбуком что-то писал, книжку, например. А к вечеру опять пошли гулять, куда-нибудь там в какой-нибудь ресторанчик зашли, поужинали. Это, конечно, можно все делать и здесь. Но того же эффекта, той же еды здесь не будет. Будет все дороже и при этом еще и невкусное. После того, как мы в прошлом году вернулись из Сербии, мой друг, Рома, привет, поехал сразу же по рекламе типа «Лучшие чевапчичи в Москве» и сказал, что даже рядом не лежат. А чтобы вы понимали, чевапчичи — это такие небольшие котлетки с пальчик, где только мясо и специи, и больше ничего. Просто у нас тут мясо одно, а у них там мясо другое. Я вообще много могу про Сербию рассказывать. Страна, от которой я вообще ничего не ожидал, я просто ехал туда на ЭТЦ. Ну вот мы там пробыли где-то неделю. Мне еще Ярослав, один из наших подписчиков, который живет там уже 2 года, подсел на уши, как ему здесь клево. Поводил нас по прикольным местам, порассказывал, как здесь живется, и чё-то я проникся. Но, как мне кажется, вот это вот мое небольшое неудобство не идет ни в какое сравнение с теми проблемами, с которыми столкнулись многие люди. Кто-то там в чужой стране застрял, у кого-то планы вообще порушились нафиг, у кого-то встал бизнес, кто-то не получает зарплату, кому-то жрать нечего. А я тут, понимаешь, рассусолю о том, что ой, не поехал в этом году в Сербию. Какой бедняжка. Но я просто искренне надеюсь, что у вас, мои дорогие подписчики, все в целом нормально. Я вот на премчике у себя в закрытой группе расспрашивал своих подписчиков, как у них ситуация. И кроме человека, который сейчас лечится от одной крайне неприятной болезни, которая не связана с коронавирусом, все более-менее на позитиве. Чему я несказанно рад. Хочется верить, что несмотря на всю свою деструктивную природу, коронавирус так или иначе приведет к позитивным изменениям в нашей жизни. Сейчас мы всем миром научимся бороться с пандемиями. И столкнувшись с этим в будущем, уже будем знать, как реагировать и как действовать. Вот я, например, слышал версию, почему так хорошо справились с коронавирусом в Южной Корее. Просто в декабре этого года они провели учение, сценарий которого подразумевал приезд зараженного человека из Китая. И они просто применили все, что отработали в декабре. И вот если нас, не дай бог, конечно, но тем не менее ждет возвращение COVID-19 какого-нибудь мутировавшего или еще чего-то, то все-таки вот на том, что происходит сейчас, мы чему-то научимся и сможем противостоять ему эффективно. А к вам, кстати, друзья, вопрос. Смогли ли вы определить обе игры, из которых был составлен сегодняшний ролик? И насколько вообще нравится смотреть на видеоряд старой колды под рассуждения на более-менее актуальные темы? Пишите опять же в комментариях. Отдельный привет человеку, который кинул донатик на точку Чарли. Как же было, черт побери, это приятно получить. Я, правда, не сразу смог отреагировать, потому что очень много работы по основному каналу, но сегодня я принял волевое решение, что этот день именно сейчас. Всех вас обожаю. Надеюсь, у вас что-то такое теплое в груди появилось, когда вы увидели новый выпуск «Точки Чарли» в своей ленте новостей. В любом случае, оставайтесь с нами, особенно если это будет подразумевать ваше выздоровление от любой болезни, потому что рано или поздно, возможно, это закончится.